Хорошо. По завершении каждого испытания подопытному следует пройти в изоляционную камеру. Обратите внимание на поле раскаленных частиц у выхода. Хорошо. Теперь вы вооружены опытным образцом экспериментального переносного устройства. Сейчас из решетки доставки лабораторного оборудования появится грузовой куб. Экспериментальный центр напоминает вам о том, что грузовой куб не может угрожать перерезать вам горло и даже не умеет говорить. Они не заебутся, то есть сюда уйдут. Я мотив вырывать вернул.
Испытание пройдено. Ваш приятель Куб принес вам удачу. К нашему сожалению, он не сможет перейти с вами в следующую часть испытания. И как следствие должен быть уничтожен. Ваш приятель Куб был вам верным спутником, но ему нет... Thank you.